Всем здорова, на этом мы продолжаем проходить Undertale. И сейчас у нас будет битва как раз Кенде. Ну вот и все. Больше не убежишь. Иди сюда. Фига себе. Пух. Защищайся. Андайн атакует. Так, действие. Андайн. Умолять. Вы говорите, Андайн, что не хотите сражаться, но ничего не происходит. Пока ты зеленый, ты не можешь убежать. Если ты не научишься встречать опасность лицом к лицу, ты не выстоишь против меня ни секунды. О. Андайн свергает у... А, сверкает угрожающую улыбку. А, давай, бросить вызов. Вы говорите, Андайн, что все ее атаки слишком просты. Снаряды стали быстрее. Неплохо. Тогда насчет... Что насчет этого? В смысле? А я же там не могу, типа, двигаться. Сверкает улыбкой. Умолять. Вы что, не хотите сражаться? А... Блять! Я только перед тем, как сдохнуть, осознал то, что я должен там еще что-то нажимать. Она же сама мне сказала то, что ты не можешь двигаться. Ясно, понятно. Так, Андайн проводит пальцем поперек шеи. Так, Андайн, Андайн. Давай, блин, бросим тебе вызов. Ну ё-моё, чё ты, а? Слишком просты. Давай, давай, давай. Много лет мы мечтали о счастливой концовке. Давай. Андайн нетерпеливо вертит свое копье. Ну, Андайн, всему свое время, а? Потом свое копье там повертишь, пожмякаешь, потрогаешь. Наконец, солнечный свет оказался в пределах нашей досягаемости. Сука! Я не позволю тебе отнять его у нас. Давай. Пахнет суши. Ай, Андайн. Ну не надо, а. Ну ты же видишь то, что тебе не справиться со мной. Ах, хватит разогреваться. Тихо. Тихо. Ударная карта. Балпуанты. Чё там? И все, ничего нету. Ура, вы взрываете... А, вы разрываете ударную карту. Но ничего не произошло. Нахрен я это сделал? Эх, а ты силен. Ну хоть мы чуть-чуть подальше продвинулись. Ты будешь в порядке. Вот в чем самое-самое дерьмо, то что я сейчас фейлюсь именно из-за того, что, блин, жму не туда. Вот это очень и очень плохо. Андайн, иди сюда. Да-да-да-да-да, больше не убежишь. Андайн бросает с прогиба огромные луны. Ну, не то. Где? Так, действие. Вы говорите, Андайн, что не хотите сражаться. Но ничего не происходит. Да Андайн-то охренела, а? Одноглазая суши. Даже если бы ты мог победить меня. Тихо. Андайн нетерпеливо вертит свое копье. Ну Андайн, ну блин. Вы говорите, Андайн, что не хотите подружиться, и она кого-то вспоминает. Ее атаки стали не такими экстремальными. Ни один человек не смог добраться до Асгора. Бля, один пропустил удар. Андайн героически указывает на небо. Там, боженька, он все везде. Давай. А, умолять? Вы говорите, Андайн, что не хотите сражаться, но ничего не происходит. Андайн, ты охренела, а?
Если честно, выйти сейчас это акт милосердия. Чуху-чуху-чуху! Антон, ты охренела! Я так, блин, смотрю то, что одна эта хрень летит, а такой, ну окей, приготовься, такая. Что там происходит? О! Наша скорость растет, восстановляя ОС до 10 ОЗ. Здорово. Бля. Андай нетерпеливо вертит свое копье. Так что, а хватит быть таким чертовски живучим. Бля. Андайн подняла перед собой кулак и качает головой. Андайн, пожалуйста, не надо. Давай-ка это сделаем. Тихо. Бля. Ты убежал от меня в последний раз. Ну блин, ну Андайн, извини, но... Ну, такие обстоятельства. Я вспомнил то, что я утюг дома забыл выключить, и поэтому я побежал. Я к тебе обязательно вернулся бы. Бля, нельзя убежать. Так, умолять. Потому что если мне один раз звездец, то Арсис говорила, что люди решительные. Я ща, блядь, сдохну. Она проводит шею поперек шеи, блин. Ай, давай, Андайн, не надо последнюю атаку. Надо пережить эту. Теперь вижу, что она имела в виду. Давай. Андайн нетерпеливо прыгает. Но я же на это уже решительно. Чуху-чуху! Сука. Андайн, почему ты такая срань? Бежим быстро. Это... Привет, чем занимаешься? Я просто подумал. Ты, я и Андайн должны как-нибудь вместе потусить. Я уже с ней тушу. Да так, то, что приходится убегать. Я надеюсь, ты меня не отвлечешься. Я думаю, вы вместе с ней стали бы лучшими друзьями. Давай встретимся у нее дома попозже. Щелчок. Дандань, ты... Вернись сюда, ты маленький засранец. Ну, Андайн, ну хватит, а ну харе. Ой, блин. Опять прежняя тактика. Я не хочу с тобой сражаться. Сдохни уже, мелкое отродье. Опа. Блин, вот эти вот самые легкие. По сравнению того кругляшка, где мы стояли на месте. Андайн проводит пальцем поперёк шеи. Давайте, будем опять умолять. Ты стоишь на моем пути. Тихо. Так. Давай. Ну. Так, ну ничего не происходит. Я ни за что не проиграю. Глаза Андайн зыркают повсюду, чтобы увидеть, в чем уловка. Мне кажется, то, что она копье выкинет и пойдет кулаками на морду бить. Говорите, Андайн, что не хотите сражаться. Ну, блядь, Андайн, я не хочу с тобой сражаться, а? Что ты, блин, пристала? Тебе не сбежать от меня. Невольно дергается. Андайн, может быть, мы тебя сейчас так позлим? Санс! Сука!
Вернись сюда, ты, маленький засранец. Санс, срань такая. Андайн атакует. Я не хочу с тобой сражаться. Скотина ты такая. Ой, пахнет суши. Блин, это, мне кажется, Андайн уже вспотела. Так, давай. Ты стоишь на моем пути. Минус 5 УЗ. Морской чай. Морской чай помогает. Морской чай очищает. Так, я ни за что не проиграю. Это было близко. 5. Все-таки пятерочку просрали. Идет копьем по земле. Давай. Санс, на тебя нету надежды. Так. Что? Броня такая горячая. Но я не могу сдаться. Так. Слышь, кулер с водой взять, стаканчик воды? Да, естественно. Рыба. Попробуй. Просто вылили вода вся мимо в лаву. Вот это было бы здорово. Пух. Ну? Где я? Все, я Андайн свалил, да? Охренеть просто. Я опять так же возьму стаканчик с водой. Ага. Вода испарилась от жары. Сука. Испарилась от жары. Стаканчик тоже испарился. Но не от жары, а потому что застыковал и что-то свалил. Видеть такую странную лабораторию в таком странном месте, вы наполняетесь решимостью. Сохранить. Ой, что тут, Сэм? Извини. Андайн типа сказала, что где-то тут точняк бродит человек. Не, чуваки, я его не видел. Я не видел человека. Можете меня пропустить? Так что, типа, мы, королевские стражи, преграждаем путь к лифтам. Вам надо было еще на карты встать такие, типа, ёпта. То есть, лифты все равно не работают. Мы выложимся на полную, мисс Андайн. Блин, вот... Манера общения вот этих вот мне напоминает почему-то H2 из Beyond Good and Evil 1. О, лаборатория. Улыбочку, нас снимают. Фига себе тут компа. О, слишком темно, чтобы хоть что-то разглядеть. С холодильника что-нибудь возьмем. Ну блин, ну могла бы ты хоть что-то с холодильника взять. О! Здрасте. А вы кто? А? О, боже мой! Я не ожидал, что ты появишься так скоро. Я не приняла душ, едва одета, тут жуткий белам и... Привет. Я Афис. Придворный ученый Асгора. Но, я одна из этих плохих ребят. На самом деле, сразу после твоего выхода из руин, я, ну, типа, ты следил за мной, да? Наблюдал за твоим путешествием через свою консоль. Ах ты, драконья жопа. За твоими сражениями, за твоей дружбой, за всем. Сперва я собирался остановить тебя, но... Наблюдение за кем-либо через экран заставляет тебя привязаться к ним. Итак, я хочу помочь тебе. Используя свои знания, я легко проведу тебя через жарку земелье. И знаю верный путь в замок Асгора. Никаких проблем. Ну,
Вообще-то, есть одна крохотная проблемка. И такая Эндайм, кстати, приходит и... Давным-давно я создал робота по имени... Метатон. Изначально я построил его как развлекательного робота. Ну, ты знаешь, что-то вроде робота или звезды, или типа того. В любом случае, недавно решил сделать его более полезным. Ну... Просто пару мелких улучшений. Я приказал ей, чтобы она ловила людей и убивала их. Вроде противочеловеческих боевых приспособлений. Я как Ванга. Конечно, как только я увидел, что ты идешь, сразу же решила, я должна убрать эти улучшения. К несчастью, в процессе я, возможно, совсем немножко ошиблась и добавила их еще больше, да? Теперь это неудержимая машина убийц, жаждущая человеческой крови. Весело, весело, нам сейчас пиздец будет. Но, надеюсь, мы не нарвемся на него. Упс. Нам пиздец. Бум. Ты тоже это слышишь, или мне показалось? Может, свалим? О, нет. Что? О, да. Добро пожаловать, красотульки. Ой, на вашу викторину. Чё? Бог ты мой, чую, наше шоу обещает быть горячим. А ну-ка, все вы, приветствуем нашего прекрасного участника. Нас сюда, дорогуша. Все просто, никаких проблем. Правило лишь одно. Отвечай верно. Или умри. Какой-то ты недобрый робот. Недоброе телешоу у тебя. Метатон атакует. Метатон кричит. Кричать запрещено правилами. Начнем с простого. Приз за правильный ответ. Мечтай больше не вер... Викторина продолжается. Так, стоп, стоп. Не то. Вещи. Морской чай. Так, выглядит морской чай, скорость растет, а заполнены до предела. Приз в студию. Полное имя короля. Асгард Бермуд. Правильно, какой потрясающий ответ. Викторина продолжается. Блин, а этот робот все-таки довольно-таки прикольный. Это знаешь, как на поле чудес то, что правильно букву ответил, приз неправильно, по шеям получил. Так, кричать запрещено правильно. Довольно о вас, поговорим обо мне. Из чего сделаны роботы? Надежда, десяты, ножницы, улики, металл и магия. Слишком просто для тебя, да? Викторина продолжается. Я буду орать, я буду кричать. Еще один простой вопрос. Да, поезда... Ай, был в одно и то же время, покидают станцию А и станцию... Чё, блядь? Эники, бэники, ели вареньки, эники, бэники. Да похуй это. Сука. У тебя что-то робот сломался. Метадон атака 30, защита 2. Нихера себе. Не рассчитывайте на победу. Сколько мух в этой банке? 55. Да ты охуя! Так. Проверим вашу память. Что это за монстр? Фроги. В смысле?
Викторина продолжает. Да ты охренел, это Фрогет. Дерьма ты кусок. Ну, знаешь, что-то... Давай на этом пристановим наше сражение, робот. Эх, сволочь ты, железный. Но сможете ли вы ответить на это? Чмокнули вы бы призрак? Черт возьми, да. Чудесный ответ, мне нравится. Викторин продолжается. Еще вот такой простой. Сколько букв в имени Метатон? Так. Чё? В смысле? Мудень. А теперь приступим к тяжелой артиллерии. Какое любимое блюдо? Мяу-мяу в игре, мяу-мяу, не ваш человек. Вы знаете, чё? Она открывает наружу для всех своих друзей, она изолит, и она хочет... Альвис! Ты же не помогаешь нашему участнику? О, тебе следовало сказать мне. Я задам вопрос. Убедись, что точно знаешь ответ. На кого запала доктор Альвис? Чё? Альвис, ах ты! Серьезно? Боже, как вы можете быть такими тщеславными? Мне это нравится. И хотя вы абсолютно нейтральны... неправы, вы заслушаете некоторые похвалы. Я видел, как она наблюдала за вами на экран своего компьютера. Улыбалась, когда вы добивались успеха. Попила, когда вы терпели неудачу. Альфа сейчас, по-моему, хочет сама этого робота на запчасти разобрать. И постоянно шептала. Нет, неправильно, ты должен был пойти другим путем. Разве это не любовь? В каком-то смысле. Так. Из-за того, что доктор Альфис подсказывает нам, у шоу нет драматической интриги. Мы не можем продолжить в таком духе. Но! Это был наш пилотный выпуск. Дальше больше. Больше драмы. Больше романтики. Больше кровопролития. До следующего раза, дорогуши. И улетел на луну. Ну, знаешь, у нас тут и не такой пиздец творится. Что же, безусловно, это было что-то. Самое главное — это эмоции нашего персонажа. Они бесподобны. Сейчас, мы лучше тогда сходим, сохранимся. Постой. Что? Позволь мне дать тебе мой номер. То тогда, возможно, если тебе понадобится помощь, я смогу... Вот. Откуда у тебя этот телефон? Он древний. С него нельзя даже чатиться. Погоди секунду, пожалуйста. Еще такую лопату айфона приносит. Вот. Я улучшила его для тебя. Теперь у тебя... Тут есть чат, инвентарь. Даже брелок есть. Я даже зарегистрировал себя в крупнейшей подземной соцсети. Теперь мы официальные друзья. Я пойду в уборную. Понятно. Ладно, тогда я сейчас сохранюсь. Меня этот страж все равно сейчас не пропустит. Ведь такую странную лабораторию в странном месте. Вы наполняетесь решимостью. Сохранить. Ну что ж, я думаю, то, что на этом все. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте ставьте лайки, подписываться на канал, комментировать. И всем до скорой встречи. Всем пока.